Министерство экологии Подмосковья теперь сможет отслеживать все мусорные полигоны с воздуха и даже из космоса. В скором будущем эксперты проведут аэрофотосъемку всех объектов размещения отходов региона. Данные съемки мусорных полигонов будут готовы до 22 сентября текущего года. По словам министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Гогана, сфотографировать предстоит порядка 40 объектов размещения отходов, как действующих, так и закрытых в разные годы. Это необходимо для точности информации о состоянии полигонов и определению степени их негативного воздействия на природу. Таким образом, удастся определить фактические границы объектов, степень их наполнения, возможности для дальнейшего размещения и перспективы возобновления. Кроме того, после снимков появится возможность изучить особенности рельефа местности в радиусе 3 километра от каждого объекта. С тем, чтобы оценить риски возможности распространения загрязняющих веществ. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.